друзья, всем привет! Новый ролик и ночная загрузка. Никогда ночью еще не грузился, и вот на тебе, повезло. Что мы имеем? А вот обычный простой лес, 8 пачек на всю длину прицепа. Практически, можете посмотреть, максимальная загрузка. Я еще вес не проверял, сейчас посмотрим, может он еще мне перегрузил. Зад, надо в этом еще убедиться. Я приехал на завод, ехать сюда нужно было 3,5 часа. Но благо они работают до 9, поэтому все нормально. И вот нужно еще спросить, надо ли накрывать его или нет. Он сказал, что не надо, но ты узнавай, говорит, у своего диспетчера, надо тебе это или нет. Тут нормально, 37, и там, может, только если общий, сейчас узнаем. Так, ну что, я тут спросил, он не в курсе, надо ли накрывать или нет, ему все равно, он сказал. 46 720 весит груз, вот что мы имеем, в 1176 досок. В двух пачках. Ну все, сейчас накидываем стрепы, то есть привязываем ремешки. Так, компания, все правильно указано. Он тут 3 раза перепроверял, ездил за вперед, не нашел, потом отъехал, нашел. Вот. Положил он классно, ровно. Не знаю. Вроде все должно быть хорошо. Там пространства нет. Вот только мне не нравится то, что эта пачка отрывается пластик, придется скотчем притянуть. Ну, это все есть, это все ерунда. Подложим пластиковые уголки и... Сегодня я уже никуда не поеду, буду спать здесь рядом с производством, возле бордюрки припаркуюсь и уже будем ехать за. Но пока что нужно привязать груз. Небольшой промежуточный результат. Что здесь плохого, отвратительного? То, что пачка лежит почти... Заподлицо с бортом невозможно просунуть крюк. Нужно разматывать полностью ремень, обратной стороной заводить крюк, потом под крюк. Много времени занимает. Как вы видели, брал шуруповерт, скручивал ремень и забрался. Вот этот вот первый, последний, еще какой-то один, они почему-то так свисают криво, потому что я просто быстренько скумякивал и бросал. И видите, даже не поперекручивал ремни. А все будут перекручены, сейчас подложу уголки. Попытаюсь быстренько залезть наверх, все это разложить, поправить. Надеюсь, никто не выгонит. Буду работать. Давно хотел, чтобы так произошло, чтобы я где-то через какой-то мелкий городок ехал, он был очень красивым, и я вышел, поснимал. И как раз это случилось, я просто вообще, лучше не придумаешь. Надо и паузу сделать полчаса, и это встретился городок. Это город Фэллон, штат, какой? Невада. Во, я уже в Неваде. Тут у нас огромная вывеска, Merry Christmas, а дальше центральная улица, видимо, этого городка. Мне нужно повернуть направо, но мы пойдем прогуляемся. Посмотрим, что ж там за елка, почему там столько огней. Поэтому идем вперед. Совместим полезное с приятным. И прогуляемся, сделаем паузу. Вообще, супер-пупер. Я стал на дороге, там знаков никаких нету, но просто включил аварийку, чтобы кто-то ехал и видел меня.
очень красиво, очень классно. Поэтому все, возвращаемся в машину и едем дальше. Ну все, я доехал, все очень легко, девушка объяснила. Надо по стрелкам следовать, до стоп-знака останавливаешься, потом разворачиваешься и становишься в пустую ячейку. Там спады такие вот есть, видите, там нарисованы на этом, на асфальте. И все, если есть брезент, снимаешь брезент. Говорю, нет, брезента у меня нет. Он туда, говорит, ремни снимаешь. И все, и ждешь, тебе приедет, говорит, грузчик, ну и разгрузит тебя. Говорю, вообще отлично. Звонило уже руководство, говорит, Виталик, там какой-то нервный брокер, не берет ни трубку, не разговаривай с ним, не поднимай. Что-то он, говорит, психует. Ну, типа, якобы я должен был забрать груз в 10, а я не успеваю в 10, потому что я еще не выгрузился. И поэтому он там какой-то псих. Хочет, чтобы ему было быстрее. А что быстрее? Пятница, сегодня успеем загрузиться, все нормально. Нет, надо быстрее, надо то, надо... Ну ладно, это все такое. Сейчас я вот встану аккуратненько. Вот, драйвер-бокс. Где драйвер-бокс, там должна голова быть. И ты там будешь стоять вот в этих вот промежутках нарисованных. Что ты не можешь ходить. Сейчас я чуть-чуть выровняюсь. Прям чуть-чуть и сдам назад. Все. Все просто. Этого края много, а там прям по линии будет. Ничего страшного, я не буду миллиметроваться. Это не нужно здесь. Совершенно. Вот, смотрите. Это будет выглядеть вот так. Вот, типа драйвер-бокс. Здесь должен я стоять. А, все. Как всегда нужно... Так, я вас немножко протру, вижу пыль. Как всегда нужно, чтобы была жилетка, каска, вот эти вот все правила. Ну, надо и надо, потому что все ходят в касках и все в жилетках. Раз уж требует, ну что, мы выполним, сделаем. Ничего такого нет. Все, погнали работать. Тут мужики как муравьи быстренько налетели, говорят, давай документы, давай ремни, я говорю, уголки, потом снимешь, там поставим, сейчас все снимешь. Им было интересно, как я ремни собираю, ну, этим водителям, которые сбоку стоят. Они такие, о, вау, круто, где купил, на Амазоне? Я говорю, нет, на Амазоне такой штуки нет, я говорю, европейский продукт. Не, на самом деле он куплен, ну, Дания, компания в Дании производит. И у них нету нигде доставки сюда. Я попросил брата, он мне купил и прислал. И все. Брокер молодец с этим грузом вообще. Когда я ехал им загружаться, он мне сделал appointment, спросил, позвонил, во сколько я приеду. И сюда так же самое. Я ему написал с утра, что приеду. В 9.30, а мне было на 7.30, и он перенес. Потому что уже смотрел в этих бумажках, которые у меня, уже написано, что я на 9.30 должен приехать. Поэтому он красавчик. Но по голосу слышно, что он пожилой, поэтому, видимо, дядька опытный. Говорит, дай мне знать, когда ты выгрузишься. Ну, то есть он контролирует свои грузы. Некоторые брокеры делают, некоторым пофигу.
Но я только документы ему не отправлю. Это правило я знаю. Документы нельзя отправлять, даже если они сильно просят. Все, скручиваемся до следующего пикапа. Я посмотрел, их далеко, 24 минуты. Поэтому собираемся и выезжаем потом сразу. Так, маленькое отступление. С грузом не так все просто. Одной пачки не оказалось должного количества досок. В 7 пачек было 294 доски, а в одной пачке 280. Он говорит, давай, делай фотки, снимай, отправляй. Я позвонил, пока еще не уехал, сообщил диспетчеру, говорит, все нормально. Можешь ехать за следующим грузом. Значит, проехал я 1482 мили и заплатили за него 3500, если не ошибаюсь. Да, 3500. Поэтому так, нормально. Там я не буду напрягаться считать, сколько больше двух с копейкой. 2,3, 2,4, что такое. Выезжаем за следующим грузом 26 минут. Поехали. Не могу подъехать к складу. Ковыряются строители вот здесь вот на перекрестке. Закрыта полоса налево. И надо вот так вот по квадратику объезжать вот сюда, чтобы заехать сюда. Потому что там тупик, там завод какой-то большой стоит. Вот он. И нету больше дорог там. Вот только сюда можно заехать, чтобы попасть сюда в склад. Поэтому вот надо крутить круги вокруг района. Хотя на эту улицу, на которую сейчас поворачиваю, с той стороны, там, ну, дальше, правда, там 3 мили, стоит знак, что грузовикам нельзя поворачивать больше 3 тонн сюда. Глупости какие-то. Я посмотрел, здесь одни склады вокруг стоят. Промзона. Лэпы стоят. Вокруг склады. Большие, такие маленькие. Поэтому вот так. Осталось совсем чуть-чуть. Надеюсь, я все-таки доеду до этого склада и будем загружаться. Все. Я пока в машине сидел, уже он нагрузил быстренько мужик. И даже вроде хорошо. Эта плитка разношерстная. Вообще кошмар. Ужас какой-то. Посмотрите, если с этой стороны еще плюс-минус какие-то ровные палеты. Он хотя мог бы скомпоновать и одинаковые поставить. Но, видимо, как смог, так смог. Так, я проверил, там стоял. Может быть, там в яме было. Надо еще раз проверить. Было 34 тысячи назад. Сейчас сколько? 33 с копейкой, там 34. Перевеса нету. Спереди так же сам. Надо накрывать тот груз. Смотрите, что с этой стороны у нас. Калифорния, жара, шорты, майка. Круто. Водитель русскоязычный. Вот. Смотрите, что здесь. Палеты узкие, мелкие, низкие. Разные вообще. Просто разные. Ну, чё ныть? Надо работать. Сейчас привяжем как-нибудь первые, последние, чтоб не улетели. И натянем две четверки. Одной мало будет. Всё. Работаем. Груз привязал. И уже даже укрыл все одеялами, все углы. Смотрите, товарищ накрывает какой-то сеткой москитной. Очень интересное уж решение проблемы. Не знаю даже, радоваться или плакать тому, что он придумал. Смотрите, как он там натянул всякие ремни. Очень интересно. Ну ладно, хозяин барин. Открываем с конца, вперед. Два брезента, одного будет мало. Конечно, вы скажете, что надо было, оно так и правильно будет, одного размера палеты поставить взад, чтобы здесь была ровная стенка. Но, увы, ах, поставили так уже. Ладно, справимся сейчас, развернем, накроем, закроем, все будет классно. Работа проделана колоссально, почти 2 часа убил, но все сделал. Тут решил, что притянуто двумя ремнями и что-то поленился, но, возможно, завтра переделаю. Сегодня уже силы покидают меня. Везде все привязано, дело ложит, как помните. А здесь решил ничего не мудрить, так как край скошенный плохой, решил, ну раз оно поедет, то значит куда-то поедет, назад. Логично подпереть досками, брезентами, прижать, притянуть, когда точно назад не съедет. Я в этом почему-то не сомневаюсь. Ну, брезент как-то по форме, точнее форму груза принял, некрасивая, ну куда деваться. О, резинка висит. Сейчас затянем ее.
Ну, делаем фотографию офису, отправляем, и я поеду домой. Заеду домой, куплю себе еды еще на пару дней, потому что чуть-чуть еще поработаю и буду отдыхать. Тут у нас коровы, снова зона, где очень густой туман. Я уж думал, я проехал, так это было светло, все расцвело. И тут снова въехал, и такая вот зона. Потому что сейчас там немножко будут горы. Мы еще, напомню, едем в штате Орегон, заедем в штат Айдахо через горы, спустимся вниз, проедем, и потом там опять вверх в горы. На штат Вашингтон, так на стыке трех штатов я катаюсь, Орегон, Айдахо и Вашингтон будет. Поэтому здесь вот такая вот погода, ветер сильный, холодно по-прежнему, там минус 6, минус 7. Что из не очень хорошего, ехать скучно, потому что здесь сети нет, здесь пропадает очень часто интернет, но я надеюсь, когда я прикручу себе тарелку до конца, то эта проблема должна, в принципе, решиться. Я уже как подумал, что если... Вообще я как хотел? Когда вот останавливаюсь, тарелку взял, поднял, она работает. А вот когда в дороге, я, конечно, не проверял, я не знаю, как оно будет, не будет работать. Конечно, страшно ее поднимать выше кабины, потому что сопротивление очень большое будет. Я буду пытаться ветер оторвать, когда будешь ехать. Но я думал, может быть, в таком положении она там как-то разложится и плюс-минус будет ловить. Просто иногда спутники находятся в той стороне, где кабина. Если тарелка вот в таком положении будет стоять, она ничего ловить не будет, потому что будет, о, вот уже спуск, 6% уклон, будет перекрываться, то есть ее видимые лучи будут перекрывать кабиной. Поэтому работать это все непонятно как будет. Я видел, как люди просто вот блюдцем вот так вот кверху крепят. Я не знаю, насколько она рабочая, схема не рабочая, но просто, как говорится, надо взять и попробовать. Но у меня пока времени на это нету. Здесь спуск. И вот там скоро, когда я уже перееду в Айдахо, там такие прикольные горы были, я там хотел остановиться. Но будем смотреть по ситуации. Если там будет погода такая же самая, ну тогда мы ничего не увидим просто. Так, щетки, это я перепутал. Так, вот, все, включились. Тогда мы ничего не увидим. Если такая погода будет мокрая, и объектив дрона будет запотевать. Разности температур, поэтому как-то вот так вот. Погода интересная. Сложно ехать, сонливость вызывает, потому что темно такое все, и заправок здесь нету, чтобы остановиться купить там кофе какой-нибудь. Маленькие городочки были там, ну совсем малюпасенькие, там даже и толком ничего нету. Да и, честно говоря, грузовиком там не заедешь, потому что она для легковых только сделана машина. Вот это вот, когда трещотка трещит, это у меня в руле. Вот если я доеду на середину дороги, вот, смотрите. А нет, здесь не трещит. Это когда на левую, в правую сторону заедешь, в рулевой колонке что-то дребезжит. Я думаю, это специально сделано, чтобы водитель понимал, что он съезжает с дороги. А кто-то писал, что это за барабаны такие трещат. Это когда вот камера верхняя, которая в машине, видит, что я съезжаю с дороги, грибу полосу. Сейчас покажу. Сейчас чуть-чуть вернемся правее. О, видите, загорается на экране желтая полоска с правой стороны и гремит.
это датчик говорит о том, что я не соблюдаю полосу. Так же самое, если влево съехать, он также гремит, видите? Поэтому это каждый раз, когда вы это слышите, вы понимаете, что я неровно еду по дороге. Вот так вот виляюсь в полосе. Бывает иногда ветер, машину носит. Я уже посмотрел, и было вчера возможность, там Саша помогал, с драйвен намного устойчивее. Хоть и кажется коробка, сопротивление там должно быть больше, ветер захватил и шатает. Но нет, бывает флотбэд, особенно пустой. Ты можешь обгонять машину. Обгоняй. Не хочет, боится Мерседес. Хотя дорога пустая, я ему показываю, обгоняй. Не хочет. Вот сейчас, как всегда, в последний момент, наверное, поедет. Но уже поздно. Некоторые, я заметил, в такой густой туман на аварийке ездят. Я, конечно, уже выключил, чтобы оно тут не пищало, не гремело, но чтобы меня было лучше слышно. Вот видите, человек едет на аварийке. Это дом на колесах. Я тоже иногда езжу, но не сейчас. Вот. Ну, а так, все красиво. Такие деревья все в инее. И сливы там вообще прикольно выглядят. Кусты вот эти. Здесь пустыня, переходящая из Невады в Орегон. Здесь ничего не растет, только такие вот маленькие кустарники. Здесь уже побольше. Там до этого были там 20-30 сантиметров, такие прям низенькие, и ветра постоянно. Поэтому здесь растительности такой никакой нет. Я уже не говорю про какие-то там деревца или сова. Смотрите, какие красивые кусты. Ну, Мерседес все-таки набрался смелости и обгоняет нас. ГЛЕ 350. Здесь кусты красивые. Красота. Трава вон еще желтая стоит. Коровы здесь есть, ходят на свободном выгуле, кушают. В общем-то, романтика такая интересная. Горы очень красивые горы. Заснеженные, холмы тоже интересные. Поэтому красотища. Едешь и балдеешь. Вот такая скучная немножко из-за того, что нет интернета. Так включишь какую-то музыку или какие-то ролики смотришь. Все по-разному. На комментарии ваши, естественно, не отвечаю в дороге, потому что это опасно, вы сами знаете. Когда остановишься уже спать, уже и не хочется ничего отвечать, уже просто телефон положил и пошел спать. Поэтому знайте, если я долго не отвечаю, значит, я устал, либо работаю. Одна из двух. Когда время нахожу, тогда немножко начинаю вам отвечать. Не обижайтесь, пожалуйста. Вам большое спасибо, что вы пишете комментарии. Лайки ставите, видео смотрите, вообще вы огромные молодцы. Все благодаря вам. Я вам снимаю, а вы смотрите, ставите свои оценки. Большое вам спасибо за это. Ну, а я буду продолжать потихоньку ехать. Если что-то интересное будет, обязательно остановимся, полетаем, поснимаем, поразговариваем. Все вам покажу, расскажу. Поэтому едем дальше. Приключение только начинается. Выходит мужик и говорит, типа, не снимай брезент. Сейчас нужно решить. Я говорю, что такое? Он звонит кому-то там, видимо, у кого заказывали. И говорит, а чего это мокрый брезент приехал? А какой он должен быть? Погода-то на улице видел или нет? Ой, оно все грязное. А у нас нет такой опции, чтобы выгружать на улице. Тут два дока есть, но туда даже не заедет и этот, и драйвен. Пусть он не выделывается. Ну и он там долго спорил туда-сюда. Сначала говоришь, у него нет форклифта, чтобы выгрузить на улице это все. Это все грязное будет.
Потом, видимо, ему сказали, не выделывайся. И он такой мне: окей, окей, мы тебя выгрузим. Это будет, типа, последний раз, когда мы взяли незакрытый трейлер. Следующие будут все закрыты. Ну, типа, драйвальные, я так понимаю, либо конец тога, как минимум. Ну и все. Говорит, давай разворачивайся, становись задом. Это будет лучше, быстрее тебя выгружу. Я говорю, ну давай. Вот я сейчас еду вокруг маленького другого здания, чтобы развернуться и стать так, как он хочет, и будем выгружаться дальше. Ох, медлительный дядька, капец. 2 часа уже разгружает несчастных там 10, ну не 10, ладно, 15 палет. Очень медленно, такое чувство, что он их завозит, они там их раскрывают, каждую пачку проверяют. Ну да ладно, уже практически закончил, я посмотрел. Мало осталось, он как-то быстрее начал делать. Значит, ехал я сюда 1160 миль, за груз заплатили 2 370 долларов. Немного, но куда деваться. С Лос-Анджелеса сейчас очень тяжело выехать, очень дешевые грузы, но зато отсюда поедем нормально. Сейчас поедем загружаться, я подозреваю, досками. Быстрее бы он это все доделал, и все. Потому что долго. Еще и документы. Ну ладно, идем и уже уезжаем. Ну что, добрался я. Завод просто гигантских размеров. Смотрите, я вам покажу. Вот это вот все, вот вся территория гигантского завода. Ну, загружает вот здесь вот в пачках лес, а здесь где-то загружают, я смотрел, бумагу в рулонах. Вот здесь вот там было прям написано. Тут стоит дядька рядом со мной на Питербилде на классике 979-м. Или это номер его, не знаю. Вот. И он такой говорит, у тебя радио есть? Я говорю, нет, у меня радио нету. Типа, включи 22-й канал. Я говорю, у меня нету радио. И там на въезде мужик сказал. Я говорю, нету радио. Ну, просто припаркуйся, и к тебе приедет погрузчик, и скажешь ему номер, и загрузит тебе. Я такой, ну все, нормально, ждем тогда. Посмотрим. Когда подъедут, будем загружаться. Ну, это доски. Idaho Forest Group. Огромная контора. Они вон с поездов выгружают и раскладывают сюда. Или наоборот загружают, непонятно. Лебедка сверху, кто ходит, привязывает этот лес. А там его привязывают не ремнями, а там трос. И такие же катушки, как у меня, стоят на вагоне снизу и закручивают туда трос, натягивают и все. А сверху там такой вот уголочек подкладывают металлический, чтобы не, ну, не портило доску, наверное, чтобы не перерезало. Поэтому так, все, ждем, сейчас загружаться будем. Так, я уже взвесился, здесь очень шумно работает там вытяжка, центрифуга, не знаю, что тут, ну, центрифуга работает, но очень шумно. Бункер опилки отсасывает. Что значит получается? Я взвесился, вот там платформы, там где вот красненькие стоят вот эти вот железяки, это весы. По осям, одной оси, второй продвигаешься, а там на столбе со стороны указанные цифры пишутся. Значит, спереди 12190, сзади 30770 и на прицепе 33580. То есть она положила все хорошо. Можно было чуть больше наперед, но не надо, потому что у меня половина баков, я заправлюсь и буду ехать более уверенно. Поэтому это у них такая тарп-станция. Здесь это должна быть страховка. Вот там, наверное, в ящике, где наклейка наклеена. Она сказала, обязательно надеваешь на себя страховку, привязываешься к лебедке и только так вот ходишь, одеваешь. Сейчас я привяжу. Скорее всего, сделаем спереди 3, потом по 2 и потом 3. Либо все на 3 и по линии. Скорее всего, все на 3 и везде проложу уголки. С этой стороны везде уголки натянул, а с обратной не хватило. Я подложил ремень. Сейчас пойду вам покажу, там будет очень шумно. Здесь все уголками, сверху тоже. А вот с обратной стороны уже углов не хватило, ровно 12. Нужно 48, а у меня 36. Смотрите, как я сделал. Я уже так много раз делал. Вот, видите, подложил ремень. И он везде нормально затянулся. А эта вот бандура очень громко работает. Очень громко. Аж голова от нее болит. Все, сейчас все привязано. Расстилаем 2 брезента. И выезжаем отсюда, уже надоело, шумит,
тарабанит. Вон, смотрите, сколько леса наложено. Обалдеть! Сколько леса! И здесь сколько леса! А эти ребята-косячники опять заехали не туда. Заехали на весы, съехали с весов. Видимо, не посмотрели, сколько весит, и там начали привязываться, их прогнали оттуда. Едут они туда, куда и я. Если они двое, то они приедут завтра, если будет всю ночь ехать. Но там Home Depot, там нужно с брокером договориться, чтобы поэтому перенесли. Ну ладно, это их вопрос. Работаем дальше. Загрузился, стемнело, и все, ничего не покажешь. А там были красивые такие каньоны, такие вверх-вниз, влево-вправо, между двумя горами. Едешь речка, ну, увы, ах. Это вот проблема езды зимой. Рано темнеет, где-то в 4:30 примерно уже все, начинает все темнеть. Но зато мне вчера удалось полетать над этим заводом. Очень красивые кадры мне показалось, что получились. Поэтому посмотрим. Сейчас еду уже по ЮЭСКам. Выехал вчера, ехал поздно, до 12 ночи ехал, остановился, и сегодня только вот в 10 начал работать, и вот 11:40 осталось до Феникса. Мы едем в Аризону, напомню, Феникс. Вдалеке, не знаю, вам, может быть, вряд ли будет видно, вдалеке у нас верхушки гор все в снегу, здесь поля еще желтые, травой везде, поэтому красота. Ну, погода такая вот, какая-то туча. Я не думаю, что будет падать, но на улице тепло, плюс 4 градуса. Вот мы едем в Вендал, а еду я в Велс. Городок Велс в Неваде, там хочу заправиться, потому что там будет, ну, дешевле немножко, если здесь было много в Айдахо. 4:39 было топливо на Пайлоте, я заправил чуть-чуть, прям буквально, на $50, потому что у меня в баке еще есть, вот, меньше 1/4 осталось. 12 вроде бы галлон вышло, просто чтобы не переживать, со спокойной душой доехать до Велса. А там по 3.80 написано, а я заправлялся по 3.90 на маленькой заправке. Вот. Поэтому решил не заправлять полные баки. Зачем, если можно доехать, выжечь это топливо и там заправить уже подешевле. С Нового года я уже буду заправляться со своей карты. Мне уже сегодня позвонили. Мы все сделали. Я сделал себе аккаунт, я уже видел. Допустим, если я сегодня заправлялся точно там же на Пайлоте, то на 50 центов уже было бы дешевле. То есть там цена 4.40, ну там 4.39, округлим до 40, потому что там 99 всегда пишет в конце. Вот, 4.40, а я бы заправился по 3.90. Поэтому вот так. Лучше сделать свое, и все будет нормально. Будем уже этим пользоваться с Нового года, чтобы не путаться в топливе, чтобы налоги заплатить на ИФТУ в этом году и закончить. Уже у меня наклейки есть. На новый, на 24-й год и документ тоже есть. Но пока наклейки не наклеил, что времени нету. И желание этим заниматься. Но надо уже будет наклеить, когда приеду. Ехать, вот не знаю, наверное, уже будет темно. Будем ехать через дамбу Гувера по дороге. Но это уже будет, наверное, в часов 6-7 вечера. Поэтому, к сожалению, не удастся увидеть это. Но у меня есть полноценный выпуск, я там был. И он, может быть, скоро мы его опубликуем, когда будет подходящее время. И там будет прям, я был на экскурсии, ходил, смотрел. Ну, что я буду рассказывать, вы все это увидите сами. Там очень интересно, я даже сам об этом не знал, когда в первый раз был с братом, когда он прилетал ко мне год назад. Мы там были, но и на экскурсию не ходили. А потом я там был, что-то там туда-сюда походил, почитал и такой, опа, там можно, оказывается, интересно провести время и походить и много чего увидеть. Поэтому вот так. Это все увидите скоро. А сейчас пока что продолжаем ехать. Я вот все хочу полетать. Тут есть такие красивые места. Но, к сожалению, третий день. Такой жуткий ветер. Вы, может быть, слышите, как машину немножко сдувает. Видите, я постоянно руль
пытаюсь ловить машину, подкручиваю влево, потому что с этой стороны ветер дует, меня все время сносит вправо. Не знаю, что так, что с погодой, там вообще в середине Америки какой-то торнадо был огромный, столько всего, какой-то городок разрушило, там деревья с корнями повырывало, крыши домов повсрывало, машины попереворачивало, ужас. Ужас, что было, там такие прям вихри были, просто, я не знаю, ни в каком блокбастере, наверное, такого нет, но если только в этом фильме, как он, не послезавтра, а в 2012, во, там тоже, когда обрушился в начале фильма на Лос-Анджелес, на Capitol Records, который есть, я прям видел его на Сансете, это здание, его разрушило, и в начале фильма там эти кадры были, вот, там, наверное, сравнить с такими вот торнадами там было. Поэтому вот так. Но вот я еду и балдею, смотрю на горы, кто-то говорит, что скукотища. В этой работе нужно находить свои плюсы. Ты едешь, ты сам предоставлен себе и смотришь. Я всегда смотрю вдаль, далеко-далеко вдаль всматриваюсь, потому что близко ничего нету, ну поля, трава, видите. А вот когда вдаль смотришь, то там красота, там балдеж. Здесь вот инспекция лодок проверяют, потому что дорога идет из Невады на Айдахо, и там проверяют лодки. Называется Boat Inspection. Поэтому вот так. Будем ехать, буду вам что-то показывать, рассказывать. Но я бы хотел полетать, показать вам это с высоты, но, к сожалению, не получается. Сильный-сильный ветер. Поэтому так, едем, будем заправляться скоро. Смотрите, какая красота, какой балдеж. Это что-то необъяснимое. Здесь мало снега с этой стороны, а там чуть побольше. Если открою окно, будет очень шумно, но это просто обалдеть. Как красиво. Сдали это смотрится еще лучше. Я уже ближе подъехал специально, чтобы было хоть что-то вам видно. Но я не знаю, ли видно. Камера так просто снимает. Оно сдалека, это просто чудеса. Должен был приехать в 9.45, я приехал в 10.13, честно говорю, 10.13. Когда я пришел, он еще такой, ты приехал рано. Пошутил так надо мной, я говорю, окей. Снимай брезент, арпи, жди на улице. Я стоял, ждал. В 11, я помню, я зашел, наверное, обратно. Тяжело, пока два тарпа снимешь. И то дядька помог скрутить, который за мной приехал. Он привез insulation, что у нас? Утеплитель. Он привез утеплитель, он помог мне брезенты свернуть, я помог ему в ответ, и вот в 11 я собрался, все, прибегаю, так-то, так-то, а у них уже написано на двери. Митинг, собрание у нас до 12.30, то есть никого не будет, никто не работает. Думаю, ё-моё, еще там женщина была такая, типа, говорит, ты что, не видишь, что там на двери написано? Я говорю, вижу, только что это? Когда вы меня разгрузите? Типа, ты что, не видишь, что написано? Приходи потом. Я прихожу в 12.30, другая уже была и говорит, а вообще-то ты приехал поздно. И мы не знаем, или тебя выгрузим сегодня. Я говорю, в смысле? Блин? Вы же понимаете, говорю, какая погода, какое время сейчас года. Я с севера ехал. Типа, никого не волнует. Ну, тут на складе с особым складом ума работают люди, скажем так. Они как-то по-другому размышляют. Все, у нас shift заканчивается, то бишь смена в 12.30. Приходи в час. Вот смена поменяется, и в час будут другие работники, и тогда у них спрашивай. Я специально под дверью стоял в час, зашел. И они мне опять одно и то же говорят, ты приехал позже. Я говорю, да я знаю. Я говорю, поймите, на такое время то-то все. Он говорит, ну вот смотри, мы понимаем, вот там, если другие не приедут, то у нас будет свободное время, мы тебя выгрузим. Я говорю, сегодня выгрузим, да, выгрузим. Там просто парень стоял рядом, который вот на форклифте, говорит, давай я его выгружу сразу сейчас. И он такой взял меня, говорит, давай, подъезжай, я тебя выгружу. Я передом сюда заехал, повернул туда и задом запарковался, где я стою. Я думаю, блин, ну как все сложно. Самая отвратительная доставка – это в большие торговые сети. Вот это Home Depot. Огромнейший магазин строительной всякой техники, материалов. Здесь именно доски. Доски с кровельным, не кровельным материалом, кровельный там внутри. И этот, кровля. Какая-то фанера, ДСП-шка, какие-то типа сайдинги деревянные. А это все вот доски, 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 доски. Они там внутри у них под этим, под настилом лежат. Может, там фанера. А это все доски. Вон поездами приезжают, все.
они такую занятость создают, как будто они тут вообще, не знаю, атомный реактор собирают, и если вот они отвлекутся, то все. Выгрузить меня 15 минут, у меня 12 пачек, это очень просто. Кто умеет на каре ездить, и поэтому катастрофа была. А я уже тут планы все понастраивал, быстренько приеду, чих-чих-чих. Ну да ладно, сейчас заеду, заправлюсь. Нашел заправку недорогую, 3.70. Но если я бы заправлялся уже по карте, было бы 3.30. Есть заправка рядом, 3.30 было. Сейчас заправимся еще по старой карте, заедем и поедем по моим трак, потому что я хочу заехать на дилерскую. У меня рекол есть на счет, надо, чтобы они сделали как раз. Может быть, там на выходные запаркуются трак, пока они будут делать. И что-то начало глючить вебаста. Включаешь, работает теплым воздухом, дует. Потом она по циклу выключается, какое-то время проходит, она снова включается и уже холодным дует. Вроде так нормально, включил, тепло становится, идешь спать, а потом просыпаешься, она холодным воздухом гоняет по кабине. Поэтому у меня гарантия еще есть до сотки. Бампер-то-бампер, бамп-то-бамп называется, стандартная, когда от производителя, когда покупаешь до 100 тысяч. А продленные нужно будет покупать. Я уже тут переговариваю с дилерской. 3915 будет стоить гарантия до 500 тысяч. Что быстрее наступит, либо 500 тысяч миль, либо 4 года пройдет. Я думаю, что за 4 года я точно накатаю эти мили. Поэтому вот так. Ну что, друзья, все, я накатался вдоволь, устал, конечно, но ощущения приятные. Мне понравился шлем, хороший, из обмундирования. Лыжи тоже классные, и он меня спросил, какие хочется, побыстрее или помедленнее, давай побыстрее. Кататься было классно, вот неприятно только одно, что горок было много закрыто, поэтому катался там практически на одной горке, потому что она была посложнее и более интересная, остальные были такие все детские, ну для меня детские. Поэтому как-то вот так. Удовольствие все это стоило 185 долларов без парковки. Я парковку обычно не беру, билет не покупаю. Паркуюсь еще местом на дороге, где-то возле домиков. Поэтому вот так. В следующий раз поедем в саммит. Мне там больше нравится, там больше всяких разных по сложности горок. Поэтому вот так. Всем спасибо. Сезон 23-го года с работы заканчивается. Несмотря на то, что это видео в 24-м году, это последнее будет. Я уже отдохнул, полон сил, и будем скоро начинать новый сезон работы. Посмотрим, что в этом году будет по ценам, как будет с загрузкой и выгрузками. Все увидим. Всем большое спасибо. Обязательно подписывайтесь, кто еще не подписался. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всех с Новым годом, тоже Новый год наступил. И, наверное, уже наступит православное Рождество. Всех с праздниками, всего доброго. Пока-пока. Увидимся через неделю. Ну что, друзья, Новый год начинается не очень хорошо. Украли тарпы прям с дилерской. Вот видите, все пообрезали. Сейчас я перчатки одену. Пообрезали, доски им не нужны. Они решили, что мне тарпы не нужны, им они нужнее. Пообрезали с корнями. Все, короче, это все в мусорку. Вот. Здесь куски валяются.
зашел на дилерскую и сказал: такая беда, они горят. Мы не отвечаем за то, что у тебя лежит на прицепе.